В Прокопьевском Линкоме завершился перформанс «Аверс-реверс». На протяжении нескольких дней артисты театра Наталья Денщикова и Константин Тимофеев встречались с подростками, знакомились, общались, делились историями, раскрывающие разные стороны жизни ребят. Этот проект интересен тем, что мы продолжаем знакомиться с нашим зрителем, который есть у нас в городе. Да, это необычные ребята, хотя нету слова «трудновоспитуемые». Дети у нас все трудновоспитуемые, легко воспитуемых нет. И таким образом, захватив эту аудиторию, они узнали, что такое театр, что помимо улицы есть, куда пойти, чем заняться. Мы будем продолжать эту работу. И это может быть и такая форма, что они сами рассказывают свои истории. Либо эти истории, которые они наговорят, потом будут озвучены устами актеров. Но все равно это форма документального театра. Если в первый день перформанса дети стеснялись и неохотно рассказывали о себе артистам, то финальный день проекта мальчишки и девчонки уверенно со сцены театра рассказывали свои истории зрителям. На сцене, да, впервые. Ну, мне понравилось, весело. Как готовились, тоже. Новые знакомства. Постараюсь чаще так выходить сюда. Взрослые отмечают, что такие экскурсии во внутренний мир подростка вместе с артистами театра помогают детям проговорить вслух важные темы, открыть себя с новой стороны и даже найти новых друзей. Вы знаете, мы даже сегодня вот смотрели, мы не ожидали подобного эффекта. Я считаю, это надо продолжать сотрудничать именно с актерами нашего театра. Мы не узнали своих детей. Абсолютно, оказывается, мы их не знаем. Они у нас состоят на учете. Ну, как ты привыкли, что это они у нас такие? А сегодня они себя раскрыли совершенно по-другому. Большое спасибо театральному коллективу. После выступления мальчишек и девчонок прошло обсуждение. Ребята, как уже настоящие артисты, легко отвечали на вопросы взрослых, делились своими впечатлениями от участия в проекте. И многие, кстати, заявили, что хотят еще участвовать в подобных перформансах. Они все разные, но у каждого есть своя история, которая в этот день не оставила равнодушными никого из зрителей. Истории, которые заставили задуматься многих над вопросом отношений детей и родителей.